свет на лестничной клетке, работа лифтов, вода для уборки подъездов – все это общедомовые нужды. Платить за них обязаны жители. Если в доме порядок, нет незаконных врезок в электросети, проводятся мероприятия по энергосбережению, дом оборудован общедомовыми приборами учета, в квартирах индивидуальные счетчики, по ним вовремя сдаются показания, то суммы ОДН в квитанциях должны быть минимальными, особенно если в доме принято решение оплачивать за общие нужды по факту. Почему ОДН могут быть большими? Если у нас где-то кто-то не передает показания, либо продает недостоверные показания, то, соответственно, у нас вот эта разница, она будет очень большая, и она как раз и наложится на плечи всех собственников. Мы рекомендуем всегда собственникам вот навести порядок в своем доме, во-первых, установить 100%, установить приборы учета в квартирах, следить за достоверностью показаний своих и соседей, то есть достоверно подавать показания ежемесячно в один определенный день. Если в доме не принимали решение оплачивать коммуналку за содержание общего имущества по факту, то в такой многоэтажке платят ОДН по нормативу. Для каждого дома они разные в зависимости от этажности и степени благоустройства. Нормативы устанавливает региональная служба по тарифам. В квитанции на оплату коммунальных услуг тариф должен быть указан. Начислять плату сверх норматива вам не имеют права, но проверить правильность начисления самостоятельно весьма затруднительно. Не верите цифрам? Обратитесь за разъяснением к тем, кто вам выставляет платежки. Если вот эти вот разъяснения не удовлетворили собственника, тогда собственники вправе обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора с приложением платежных документов для проведения проверки. Нарушения по начислениям за СОИ встречаются и довольно часто, отмечают в инспекции Госжилнадзора, особенно за электричество и воду. Если заметили, что выросла плата, не можете самостоятельно разобраться в цифрах, не паникуйте. Управляющие компании или ТСЖ – первые, кто должен разъяснить вам выставленные суммы.